О коллекциях «Васильковое лето» и «Иджеви коллекшн» одежды для молодежи, разрабатывал которые коллектив «Купаленки» в содружестве с дизайнером из Москвы Глебом Винокуровым, мы уже рассказывали. Модели сезона «Весна-лето 2017» на прошлой неделе приняли участие в 10-м юбилейном конкурсе на соискание премии «Мода России» и победили в номинации «Линия прет-а-порте одежды для молодежи». Мы рады тому, что наша коллекция нашла призвание на российском рынке, и мы стали победителем в 10-м юбилейном конкурсе «Мода России», в жюри которой был Вячеслав Зайцев. Высокие потребительские свойства образцов «Иджеви коллекшн» были оценены Рослекпромом также. Находясь в зале, я отметила, что среди участников, а их было порядка 16, участниками были и организации Российской Федерации, и из Узбекистана, из Республики Крым присутствовали модельеры. И отметила, что очень все мрачно, выполнено из тканей мрачных, темных тонов. И когда до нас дошла очередь, и когда вышли девочки-участницы в наших моделях, это было ярко, это было красиво, это было игриво и очень достойно. Открытие «Васильковой трикотажной Беларуси» для представителей моды России, признание и внимание – своего рода знак качества и возможность не только быть замеченными, но и вполне конкурентоспособными. Хотела бы поблагодарить, безусловно, нашего дизайнера Глеба Винокурова, ну и, конечно, наш коллектив, который собрался и сработал на такой хороший результат. И это победа нашего коллектива. Впереди продолжение сотрудничества с известным московским дизайнером Глебом Винокуровым. Открытие новых направлений. А в ближайшем будущем – рождественская коллекция, которая поступит на прилавки фирменных магазинов «Купаленки» уже в декабре этого года. Васильковое жилето ожидает покупателей весной 2017-го.